Так, котики, все. Сейчас быстренько я собралась, мои детки собрались, подружка собралась, и сегодня мы едем в зоопарк. Вот. Я решилась одеть свои очки. Ну, в зоопарк, я думаю, животные не будут надо мной смеяться. А люди-то такое. Погода шикарная, мы с утра бегали. Спортивные девушки. В общем, все, едем в зоопарк. Какое-то такое животное. Где наши? Еще один. Где Илью? Илюша? Пошли, пошли к Илюше. Где наши? Все, вот, посмотрели на них. А вон они на той стороне, видишь? Там детей сколько. Можно подержать как? Ев, не трогай. А можно? Не работы и не лапы, а как-то по-другому. Ого, пальчика. Конечно, ты палец сейчас откусит и все. Я пойду водичку делать. Может, пойдем к жирафу? Видел, какие звуки? Может, к жирафу пойдем? Большой такой папа. Ляля, он к нам идет. Иди сюда, хороший. Лёнь прям... Слушай, нам больше... Стасик, смотри. И маленький, вот, вот. Папа. Ой, а маленький мама. Такой смешной, смотри, какой. Смотри, кушает хоботом как. И он вырывает траву, да, что ли? Да, да. И травку ест прям, да. А что ж у него так мало травы, получается? Надо было больше травы посадить. Хороший, ты так хочется погладить, да. Подойти, вообще. Но трогать их не надо, говорю. Чего, они что, дикие? Ой, не, они все же говорят, животных не трогать и не кормить. Настоящий, маленький. Как им интересно здесь живут? Не знаю. Не холодно им? Где там Евчик взялся? Там козлы. Это козлы, да? Да. А, беленький. А жирафа видела? Не, один. Вон, выглядывает. А, господи. Ученик. Я его даже не заметила. Да. Мне очень хочется поснимать. Да. Но же есть маленькая камера. Маленькая? Поснимаем. Да. Хорошо, сейчас, подожди. Вот, да, жирафа. А, мама, да. Вот, камера. Дай нам так полезно тебе. Илья, скажи привет. Илья. Да, такой красивый. Такой цвет. Цвет такой красивый. Пушистый. Верблюдик. Люди, мы в лес уводим. Миша. Его надо туда не таскать. Thank you.
кормят, что ли? Не рассказывай. Лежит, да? Вот это он, что ли, бык? А, этих фламинго мы не дошли. Фламинго, да. У тех самых красивых фламинго мы не дошли. Пошлите на фламинго. Сейчас орла посмотрим. Да. Давайте, фламинго самый классный. Там вообще их много, красиво. Орел, да, он хищный, хищная птица. Конечно. В общем, тогда идем на фламинго. Там очень красиво. Да. А я не скажу, какой там все детки. А я тоже не скажу, потому что я не знаю. Мы к тебе, ты видишь? Тут процесс такой. Король зверей с чистом. Видишь, такой не расчесывает? Львов не расчесывает? Я думала, расчесывает. Сами не расчесывают? Там вороги такой смелый, там прыгал. Ага. Передрючий крючка.
Да, они травоядные. Чайки, да?